Всем привет! Приветствую на своем игровом канале. Игра Eurotruck Simulator 2, версия игры 1.48. Обзор модового грузовика Mercedes Actros. Сейчас мы посмотрим данную модельку, что она представляет из себя. Как автор пишет, что улучшенный мод. Мы посмотрим. По кабинам здесь 4 кабины. Это Mega Space такой. Берем третью. По шасси 4 на 2, 6 на 2, 6 на 2, 6 на 2 подъемного, 6 на 2 подъемного, 6 на 4 и 6 на 4. По двигателям. Двигатели все ОМ от 320 до 598. Возьмем 551, поставим ему по коробочкам. Коробочки есть Power Shift и еще одна есть Allison. 12, 6, 16. Power Shift, 12 передач плюс ретардер. Интерьер салончика. Вот интерьерчик. Механика, коробка. Ну, то есть механика, автомат. Делаться можно. Право руки, лево руки. Так, по покрасочкам. Имеет свои скины. Ставим ему. Так, по тюнингу. Верхние обтекатели. Правый сигнал, левый сигнал. Можно лайтбарчик поставить. Поднакидаем что-нибудь. Зеркала, краска, хром, пластик. Поставим красочку. Городской вариант. Городской вариант 2. Рамка лобового стекла, пластик, краска. Потом поставим красочку. Здесь можно также наклеечку. Логотип Chrome Exclusive. Городской вариант Chrome поставим. Давай. Щетка радиатора, пластик, Chrome Exclusive. Давайте поставим. Передняя маска, краска, Chrome. Красочку ставим. Передний баря это краску, краску оставляем. Пары ксеоновые, галогеновые поставим. Крючки. И от камней можно. Угловые дефлекторы, пластик, серый пластик, краска, краска хром. Ставим красочку.
Сказка стоит у нас. Так, задняя крылья красочку, красочку. Дальше очень много бамперов задних. Станем без горячки. Вводим в салончик. Катар. 2 рубля. Полочку. Так, вот такая моделечка, все покупаем ее, смотрим. Вот наш Мерседесик, смотрится ничего так, заведем его. Ближние светофоры работают, дальние работают, аварийка у нас работает, звуки хорошие, приятные такие. Левый поворот работает, правый работает, сигналы работают. Дворники, раз, два, три положения работают. В аварийках анимация кнопочки есть, ручник работает, бортовой компьютер работает. Правый поворот работает, левый работает. Блокировка дифференциала включается. Фары тоже все включаются. Все. Вся анимация присутствует. Поехали прокатимся.
неплохой, покататься можно, вот на нем звуки приятные. Загрузимся. Цепочка сработала, подвеска кабелей присутствует, немного зацепилась, правда не видно через это, ну вон. Вот такой вот, ребята, Mercedes, в принципе, неплохой мод, покатать можно. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем, всем пока.